Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 24 июля. В этот день, в 1916 году, сгорел Исаакиевский плашкоутный мост. Это был первый мост через Неву, соединяющий Васильевский остров с центральной частью города. Построен он был в 1727 году. Мост разводили на ночь, а также осенью перед ледоставом. А с 1779 года мост стали наводить и сразу после ледостава. В середине 19 века мост переместили ближе к бирже и Зимнему дворцу, переименовав его в Дворцовый. В 1912 году на время строительства постоянного дворцового моста плашкоутный мост вернули на свое место, где он и простоял до 24 июля 1916 года, когда на одну из лодок опор, в которой находился запас керосина, попала искра из трубы, проходящего мимо буксирного парохода. Мост загорелся и уплыл в залив. Анна Ахматова, бывшая свидетелем пожара, писала: «Деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы, а я с моим спутником с ужасом глядим на это невиданное зрелище». От Исаакиевского плашкоутного моста остались только опоры, которые сейчас можно видеть на набережных Невы.